Просили меня как-то, короче, сделать что-то типа лайв-видосика, лайтовенького такого, без монтажика, без всего. А вчера как раз у Ванька... Секундочку. Я же нашел вкусный чай. Вот он. Вчера у Ванька было день рождения. Я вчера записать не смог. Давайте сегодня глянем. Это замечательная карта. Очень ламповая. Разъебываемся с этим чайком. Ну, посмотрим и покажу, собственно, что за карта-то. На фазенду. О, хоть посмотрите, как будет выглядеть видос, если я перестану монтировать. Вот. Блин, четверг — это тяжелый день. Особенно если учитывать, что все это происходит в день рождения. Ладно, мне пора домой. Отдохну, поем тортика. Да, это круто. Ну, играем мы непосредственно за самого Ванька. Это у нас Пермь. Что это? Не помню, чтобы здесь лежало столько мусора. Я тоже не видел, что в мусор выбрасывали кольт. О, это что, револьвер? Круто. Ну, действительно, какой-нибудь бомж будет рад. У нас архитектурка тут совмещается из БФЕ и HD. Поэтому смотрится довольно интересно. Ну, это обычный пермский край. Тут на каждой помойке можно найти миниган, так что не удивляемся. Ну, дефолт. Что еще можно ожидать в секрете в начале уровня? Ну, действительно, миниган в помойке — это в порядке вещей. Кстати, я тут первый секрет так и не находил. Найдена секретная хата. Неплохо. А вот что за хата. Что-то, по-моему, маловат мониторчик. Да, этот секрет я при двух прохождениях упустил, хотя он находится там же, где и первый секрет. Осталось только понять, как нам вылезти из этого сарая. Весьма красивенький сарай. Что-то я заблудился в трех стенах. Давайте через окно, наверное. Хорошо. Ну, в целом, музычка хорошая, тут атмосферка зимняя такая передается. Карта сделана... Что? Кажется, я переиграл в Семёна. Бензопила! Это что, подарок Димона? Да нет, вряд ли. Но где есть бензопила, там есть гнары! Давайте их сюда! Карта сделана в классическом таком жанре... Вот жанре карт, это днюха. Оно как раз выходило... Вчера буквально, это было 12 число, 12 декабря, как раз день рождения у Огурчика. Ну и вот, как раз тематическая карта. Из минусов хочется сразу отметить, это только наигранные диалоги. Здравствуйте. Хорошо. Нехорошо. Я мышку отпустил. Товарищи, вы давайте самое. Отстаньте. Вот, и Ваня, в общем, выпустил эту карту к своему дню рождения. Я ему тоже, собственно, сделал небольшой подарочек в виде арта огурчика. И пройдя его карту на уровне сложности ментал. Я, правда, до сих пор не разобрался, кстати говоря, ментал сложнее или серьезная сложность сложнее. Как бы это... Не звучало с тавтологией. В общем, надо меня немного поправить. Я так и не разобрался, какая сложность выше по уровню накала страстей, так скажем, если можно выразиться. Думаю, вы меня поняли. А, ну и писали, что тут с балансом немножко не лады, поэтому если не найти секретный миниган, будет весьма сложновато. Ну так мы не особо напряжно... местных гопников отправляем в нокаут и продвигаемся по уровню дальше. Ну, я сразу проходил сначала на серьезном, потом на ментале. А? Выглядит как место для засады. Мне выдадут еще пушку? Выглядит как обычная Пермь, в общем. Зданий нет, один Ваня среди холмов живет. Все по классике жанра. Кстати говоря, о ловушках.
местные заборы выдвинулись весьма неожиданно. Ну, ребята, ментала. Да, нас старая атакуют. Добрая кровь на снегу. Тихо. Не надо тут бычить. Все пошло, все, прям в замкнутом пространстве нас обстреливают. О, могу идти дальше. Попали. Ну, спасибо. Кстати говоря, на этом моменте я бы не понял, что можно идти дальше, но Ванек обладает экстрасенсорными способностями, поэтому видит на несколько действий вперед и знает, что стена отодвинулась. Что-то, по-моему, ящикам плохо, они больше стали. Ты не заметил при первом прохождении. Что, время что-то подорвать? А может лучше кого-то? Давайте ко мне голема. Ну и как по заказу из-за леса, из-за гор появляется Егор. Здравствуйте. Товарищ, танцевать начал сразу. Но мы ему пускаем несколько ракет в рот, я думаю, проходим дальше. Потому что особых проблем он не составляет. Главное знать его тактику и уворачиваться. А, прям по лесу прилетело. Ну и голем хорошо выглядит на уровне снега. На уровне скала, а? Ну так гармонично смотрится вместе со снегом. Лава и снежочек прям. Закачаешься. Ну и насчет закачаешься с патронами у нас уже усё. Спасибо, всегда мечтал это сделать. Но этого мало, давайте, давайте еще. Честно говоря, первый раз проходил, сработал у меня такой баг, что здоровье и боеприпасы, здоровье и броня не подбирались. И поэтому, как бы, фраза раз на раз давайте еще, с моей одной единицы здоровья выглядела не очень хорошо. Но я, в принципе, отправил ребят в нокаут и закончил уровень. Кстати, без смертей получилось, не знаю каким образом, видимо, магия вне конкурса. Но это было весьма сложновато. Какой-то такой баг сработал, непонятно из-за чего. Ну это фазенды, это бывает. Раз. Хорошее добротное место. Что это за двери? Блин, это что, отсылка на Painkiller? Вань, проснись, пожалуйста, мы тут озвучиваем сон. Как говорится, как доебаться до того, чего нет. Это только на нормале меня так попадают, на ментале я тут прыгаю, скачу как... Кстати, странно, что уже почти 7, а на улице еще солнце светит. Обычно в это время уже темно. Скачу как заяц между охотничьими стрелами. Ну да. Кстати говоря, ляп все-таки заметил. Ванек вроде как сказал 7, а у нас... Ладно, спойлерить пока не буду. Тут у нас ошибка о том, что детекторария кто-то не указал. Ууу, гранатометик, это круто. Дайте угадаю, стоит мне его только взять и побегут кукурбита. Все-то ты знаешь, естественно, ты шкарту делал. Ну, какая-то такая атмосферка присутствует. Правда, возможно, надо было сделать, чтобы снег чуть-чуть блестел, кстати говоря, в плане визуальной части. Можно было чуть улучшить. Ну что, я докапываюсь до карты. Которая... Я знал. Родилась на собственное день рождения с самим же огурчиком. Тихо. Пацаны, давайте домой. Хорошо, ракета по утрам в лицо прям... А, просто сейчас вечер, но не суть, как говорится. Тихо. Тихо. Оп. Оп. Ребята вызвали подкрепление. Давайте разобьем их. Дружное содружество. Это тавтология. Вот. У нас... Лавы голем, это был последний босс. Ребята, видимо, хотели елку спилить, но спалились господином Семеновичем,
Штраф мы им выписали, можно идти дальше. Чё, можно, кстати... Ага, 12-12-2019. Неплохо, пойдемте. Ух, наконец-то, я почти дома. Стоп, кто это там? Надо проверить. Сюрприз! С днем рождения! Счастья желаем, с днем рождения поздравляем. Hello! Здорово! Ох, ты ж нифига! Вот это вы мне сюрприз закатили. А пушки тоже вы раскидали? Да, это был я. А врагов? Это от нас с Вованом. У него полетел ПК, поэтому он пока что не мой. Так, уже получается, не полетел, что Димон... От меня бензопила! А двери от... Ну, я мастер установки дверей. Блин, спасибо, это было правда круто. А теперь... А теперь будем отмечать! О, да. Ну и стоит заметить, что это самая короткая карта из серии Днюх. А это, кстати говоря, был не обзор. Это была лайтовенькая пробежечка. С чаечком в руках. Ну, что хочешь сказать, Ваня? С днем рождения, я, как говорится, воспользовался ключом к вечности и переместился немножко обратно, чтобы поздравить тебя войсом. Вот, будь таким же отзывчивым и дружелюбным человеком, прямо как сейчас. Ну и делай почаще хороших карт. Главное, чтоб не конвейер, главное качество. Это прям... Вот, самое главное. Качество. Ну, как говорится, вот так вот. Монтажик я пока мне некогда делать. Поэтому я решил замутить вот такую вот интересную хрень. Можно во что-нибудь другое гамануть, но это... Как-нибудь другой раз, у меня, как обычно, есть дела. До скорого, друзья.